Начинается первая игра четвертьфинала. Мы смотрим вместе с вами Зоток. И играет Кас против Грона. Это стадия Best of 3. Осталось совсем мало игроков. И, кстати, неплохая такая новость. Буквально 5 минут назад узнал, что, оказывается, у нас ММА играет. Он играет Зоток. Я в шоке. ММА — этот парень, который выиграл в Старкрафте более 180 тысяч долларов. Играет в турнире с призовым фондом в 100 евро. Нет, я, конечно, рад его тут видеть. Если бы я знал, что играет он, я бы смотрел бы именно его матч. Правда, у него не самый сильный соперник там. Но я узнал это после того, как мы сделали голосование, выбрали, что смотреть будем матч вот этот. Грон против Каса. Но я думаю, ММА не подведет, пройдет дальше. Я успел посмотреть его статистику на европейском ладдере. У него 30 побед и 2 поражения. Причем я посмотрел, одно из поражений, такое хитрое. Игра длилась 0 минут 0 секунд. То есть ММА запустил игру и сразу же сдался. Вот так пораженец. То есть можно сказать, что у него статистика 30 побед, одно поражение. Надо бы посмотреть, кому он там проиграл. И может быть там тоже как раз такая же ситуация. То есть вышел, вернее, создал и вышел. В любом случае, согласитесь, это офигенный результат. Получается, ММА проиграл на ладдере пока что только 3% игр. А-та-та-та-та-та, косматы-косматы. Заказывает барак в центре карты, хай-овер. Ну, хотя бы с юмором у него все хорошо. Прилетает оверлорд, все, палит это. При этом у Мишаньки добывается газ, так что это будут риперы, риперы с двух бараков. Лидер, конечно, должен быть готов. Привет, оверлорд, перед барак. Пообщались. Лидер, конечно, будет защищаться, но с другой стороны... Риперы стоят достаточно дешево, делается долго, так что Мишанька все равно успеет построить себе команд-центр. А что-либо сделать риперы или нет, будет зависеть от его микро. Я вчера смотрел стрим Каса. Вы знаете, вот поразительно, но каждый раз, когда я смотрю стрим Каса, мне кажется, что он начинает играть все быстрее, быстрее, быстрее. Пока что результаты у Мишаньки не сильно нас радуют на крупных эвентах. Но я думаю, это временно. Думаю, еще немножко... тренировок, и он вполне начнет тащить и радовать нас победами, громкими победами. Грон говорит, я немножко подофигел, когда увидел этот брак. Ну да, бывает, прибегает рипер, забегает на мейн, строится бункер, при этом рабочий выезжает навстречу риперу, рипер рад, с ними не придется гоняться особо. Убивает одного, хитранит по второму, заказывается санкин. Так, не отдает своего дрона. И второго дрона прячет Грон. Надо еще третьего. Сказать ему тоже во что-то превратиться. Например, еще в одну газилку. Оп, появляется первый зерга. Рипера надо отвести. Кас, кас, кас. Ух, чуть не мискликнул. И все-таки теряет рипера. Очень печально. Только что я хвалил Каса, что он играет все быстрее и быстрее. И он все-таки умудряется в достаточно простой ситуации рипера отдать. Выпрыгивает из бункера. Пытается подхарасить, конечно же, строящуюся санку. Но не получается. Так, риперы лечатся. Санки достроился. Он пока что далековато стоит, поэтому по бункеру не работает. Косматый заказывает себе командный центр на экспанде. Здесь, конечно, база работает, но смотрите, всего лишь 7 рабочих тут и еще 13 там. То есть 20 рабочих всего лишь работает на ресурсах. У Каса их меньше, но зато есть мул. Зато есть мул. Так, перекопался Санкин. Кас сразу же выпрыгивает из бункера, забегает на мейн, но не так уж все просто. Спрыгивает сразу же вниз. Принимается атаковать рабочих, убивает одного, бросается на второго, минус второй. Бункер просто-напросто продается. И зерлингов надо убить. Надо убить зерлингов. Микри, как никогда не микрил. Еще один рабочий появляется, как вовремя. Все, Кас отводит ранних риперов в сторону, хотя как-то они не туда полезли, зараза такие. Убивает еще одного рабочего, чуть не убил второго. Королева принимается за риперов, убивает одного. Сейчас убьет, возможно, второй. Нет, королева падает, ух ты. Какая серьезная потеря для зерга, мне кажется. Хотя появляются еще две королевы. И... Грон отбивается. Хотя рабочих потерял довольно-таки много. Давайте посмотрим, сколько он потерял. 9 штук. Сколько рабочих у него осталось? 27. У Терна сейчас 21. Нельзя сказать, что Кас сделал все божественно. Нельзя сказать, что он наубивал очень много. Лимит, в конце концов, у него все-таки сейчас немножко отстает. Но это только начало. И, в принципе, начало неплохое. Кас продолжает штурмовать соперника. Запрыгивает тремя рыперами на мейн. Апгрейда на скорость у зерлингов еще нет, поэтому бояться их
вроде как и не стоит. Рабочий уезжает на встречу, сразу же Касс убивает одного, принимается за второго, минус 2, минус 3, дальше, дальше, больше, минус 3, минус 4, падают риперы, но они, в принципе, себя оправдывают. Оправдывают эту смерть сполна. Последний рипер остается, королевым отбивается Грон. Ой-ой-ой, есть Санкин, он пока что бесполезен. Рипер спрыгивает еще и на натуральную базу, принимается за рабочих здесь. Рабочий просто в газилку превращается. Нет, успевает Касса убить еще одного дрона. Суммарно таким образом убивает уже 16 рабочих, а вот это уже результат. Очень хороший результат. Королева и 16, 17 рабочих уже. Все, последний рипер падает. Тем временем у Касса достроилась орбитальная станция на экспанде. Есть немножко рабочих. Можно перевести еще трех отсюда. И, конечно же, мулы. Мулы должны кидаться в первую очередь сюда. Я не понимаю, почему мул кинут был на мейне. Причем не один, а уже 4 их тут. Мейн и так вырабатывается достаточно быстро. Лучше было сюда накидать. Ну да ладно, это не суть важно. Мишаня блокирует проход, отстраивает себе арсенал. Это, скорее всего, означает, что играть он будет через механику. Добавляет себе по 3 гелиона одновременно. И делает еще апгрейд на синее пламя. Грон заказывает базу номер 3. Готов у него апгрейд на скорость передвижения зергом, но когда Касс выйдет своими гелионами, я чувствую, зерг прозреет, насколько их много будет. А при поддержке синей пламени, там у зергов вообще шансов никаких не будет. Еще плюс 2 факторки добавляет Касс. Наверняка закажет себе сразу же еще апгрейд на атаку. Ну и конечно же, куда же Касс без третьей базы? Тут уже и Сивишка, кстати говоря, есть, но она, правда, не с той стороны выползла, когда достроила supply депо. Гелионов уже сколько у нас тут? 7 штук? 8? Скорее 7. Поехали вперед. Фейспаун такой у парня. Зерг заказывает себе лейер. Добавляет Роч Варн. Сколько у тебя зергников? Целых 2. Очень много. Стоило ли делать апгрейд на скорость из-за этого? Так, гелионы как к себе домой заезжают на мейн. Встречаются с небольшой подкрепой из зерга, сразу же зажигает. И королева успел заблокировать проход. Ладно, будем тогда атаковать тогда рабочих на натуральной базе. Еще зерги подбегает. Касс почему-то на муве катается. Ну, пытается прорваться к рабочим. Из-за этого теряет гелионов. А мог бы вначале сжечь всех зергов, потом уже перейти к рабочим. Сколько он? 22. На этот раз атака была не очень хорошая. Явно не доконтролил Миша, мне кажется. Зато построил танчик, построил парочку мин. Делается апгрейд на атаку, ну и ждем третью базу. Ай-яй-яй, тут оверлорд начинает гадить. И здесь. Вот гадкие оверлорды. Добавляются суплачики, минки перезакопались в защитной позиции. Зерг продвигает свои криптуморы и начинает раскачивать базу номер 3. 12 рабочих тут есть. Отсюда можно было 3 забрать еще. Да и тут один лишний. Добавляется Infestation Pit, можно было и нужно было заказать апгрейд на скорость передвижения тараканом. Оказывается, у Касса уже есть третья база, но пока что сесть не получается. Ломает камешки. Придется еще оверлорда убивать, придется еще ждать, когда слизь пропадет. Но сюда лететь тоже не вариант. И смотрите, как хорошо действует Грон. Только здесь минки подбегают убить оверлорда, закапываются. Сюда прилетает уже второй оверлорд, который продолжит начатое дело своим предшественникам. Сейчас нам нагадит новую лужицу. И, соответственно, экспанд, Касса задерживается. Мишанька все равно отстраивается от рабочих, все равно добивает ресурсы. Просто чуть попозже перелетит. В отличие от протосов и от тернов, главное здание у терна... в отличие от протосов и зергов, я, по-моему, неправильно там сказал, терны могут перелетать. И сюда прилетает еще один оверлорд. Да, не так-то просто тут будет выбить слизь. Мишаня заказывает себе второй апгрейд на атаку. Хорошо было бы увидеть еще апгрейд на защиту. Грон тем временем переходит на сварм хостов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, по-моему, ни разу еще пока что в ходсе не видел, как сварм хостов используют против терна. А, нет, вру. Видел. Видел несколько раз, и они все были неудачные. Эти попытки. Посмотрим, что будет на этот раз. Грон продолжает отдавать по одному оверлорду, для того, чтобы не давать добывать эффективно ресурсы Миши, но проблема решилась наконец-то. Очередной заезд гелионов.
Можно было добить этот криптовар, да. Правильно. Проезжает дальше, видит, что тут свархосты начинают владеть локуста. Заезжает рабочий на третьей базе. Да, синее пламя, плюс количество гелионов очень большое, поэтому добивает рабочих они быстро. Убивает практически всех, что тут были. Остается только на газе, по-моему, там 5 дрончиков и все. Конечно же, КАС теряет своих гелионов, но это нормальный размен. Это размен плюсовый. Так, теперь надо перелететь еще орбиталкой, перевести сюда рабочих, и все будет окей. Кстати говоря, КАС видит, что там есть еще одна хэтчерь. Правда, минками зарывался очень плохо. Минки сейчас работали, скорее всего, по личинкам. Конечно, личинок жалко, но они ничего не стоят. Они появятся новые за просто так. Нужно было, наверное, зарыться где-нибудь вот здесь, подождать, когда рабочие придут. Тем более, что когда заезжали сюда гелионы, зерк явно был занят. Он мог бы пропустить этот момент, и в итоге минки сработали бы очень даже неплохо. Я думаю. Может быть, я ошибаюсь. Мишаня добавляет себе 2 старт-порта. И правильно, банши очень сильно сейчас пригодятся против этих дурацких свархостов. Гелионы выезжают вперед. Прикрывает минки, заодно напрягает зерга, не дают ему раскачивать так на халяву базы. Так, заехали, один залп, пол королевы нет, еще один залп. Королева чудом выживает, но с третьего залпа ее добивают. Сюда прибегает очень много локустов, но тем не менее КАС успевает сжечь большую часть рабочих. И еще попробовать можно проехать на мейн. А почему бы нет? Почему бы нет? КАС решает все-таки заехать на натуральную базу вместо мейна. Мне кажется, мейн был сейчас был перспективнее. Одновременно выдвигается своими войсками, делает скан. Неприкрытые локусты, нет защиты какой-либо. Он убивает большую часть их, сделает еще скан, добивает последних. Свархвосты падают. И для Грона это была большая неожиданность. В принципе, для меня тоже. Я не видел этого. Я следил, как там жгут рабочих. И вот такой вот прикольный маневр приносит победу КАСу. Очень быстрая победа. Не сказать, что легкая, но уверенная. 1-0 в пользу Мишаньки. Мы переходим ко второй игре. Ну и, конечно, вначале посмотрим рекламу. Как же прикольно получилось. Гелиона оттянули на себя локустов. Оттянули на себя королев. В итоге свархосты оказались без прикрытия. Как-то совсем вылетело это с головы. А Миша, судя по всему, на это как раз и надеялся. Надеялся, что свархосты будут не прикрыты. Так, предложить... Грон пишет о том, что сложнее всего ему играть против терранов. Да, похоже на то. Не подскажешь, я начинающий игрок, полгода играю. Есть ли вообще какие-то перспективы в этом или лучше заняться Dota 2? Ну, ответ тут очень простой. Ты сам реши, что тебе хочется делать. Если тебе нравится StarCraft, то какая тебе разница, станешь ты там чемпионом мира или нет. Играй и получай удовольствие. Именно для этого игры и делаются. Если же ты хочешь именно зарабатывать прогеймингом, то для этого тебе нужно потратить очень-очень много времени, очень много сил. И тут без разницы, StarCraft или Dota. И там денег много. В Dota тебе нужно искать команду для того, чтобы хорошо выступать. В StarCraft ты должен сражаться в соло-дисциплине. И там сложно. Мне спрашивают, КАС стримит? Я не знаю. Может быть, стримит. Спрашивают, а как в Брудваре от механического террана с минками отбивались? Там же минные поля такие были, что пипец. Ну, могу тебе сказать, что я немного играл протосами, но буквально за игры 10 ты приучаешься разминировать минные поля. Во-первых, конечно же, использовались драгуны. Они с минками справлялись достаточно легко. Более того, например, если у тебя руки откуда надо растут, то 4 драгуна разминируют мины даже без обсервера в Брудваре.
А если уж совсем сложная ситуация, у тебя нет времени микрить и там по децелу выкапывать мики, то делились апгрейды на скорость передвижения зилотом, и где-то зилков 5-10 отправлялись на смерть. Они бежали, бежали вперед, забирали на себя мины, и самым классным моментом было это забежать в танки. То есть зилотцы, каждый зилот собирает на себя где-то 5-6 мин, бежит, подбегает вплотную к танку и с криком «Заладун!» взрывался. Если хорошенько это все сделать, то можно было взорвать так танчиков 10-12. Ка спрашивает, слушай, а Нерчи написал Good Game, когда проиграл тебе? О, нет, я думаю, он написал, но совсем другие фразы. Да, и вот Грон говорит, да, вместо ГГ он написал кучу гадостей. Это очевидно. Нерчи не меняется. Есть какие-то константы в этом мире, да? Вот Нерчи одна из них. Итак, Грон у нас появляется сверху. Снизу появляется Кас. Мишаня троллит. Он что, тебе рассказал то, что ЗВЗ имбаланснуто? И зерк слишком сложный в ЗВЗ. Это он как бы намекает, о чем пишет ему Нерчо, когда проигрывает. Мишанька меняет стратегию, на этот раз играет с одного барака. Но, конечно же, это будут риперы. И, конечно, это будет супер быстрый командный центр. Просят посмотреть дропы. Ну, давайте посмотрим. Да, действительно увеличилось количество дропов. Было 135, стало 165. То есть... потеряно 30 кадров, это чуть больше 1 секунды. Чуть больше 1 секунды за последние полчаса. В принципе, я думаю, не должно это на что-либо влиять. Но неприятно. Мишанька заказывает себе командный центр. Рипером уже практически добежал до соперника. Начнет нарезать, конечно же, рабочих. Но Рипер один. Рипер 1, дроны сейчас будут просто-напросто мутировать в здания, в экстракторы, в эволюшены, саночки, спорки. И не будут дохнуть из этого. Ждет сейчас Грон, когда появится королева. Рипер уже одного рабочего накоцал, второго накоцал, третьего, четвертого. И пока что никого убить не получается. Появляется королева. Смотрите, какие поля спор. О, наконец-то Кас получает киллс. Сейчас можно перехватить еще одного рабочего. Прибегает сюда второй рипер. А дроны-то накоцаны. Есть кого убивать. Причем разводит Кас своего соперника. Посмотрите, как хорошо отбегает к накоцанным рипером. А вторым убивает уже двух рабочих. Принимается за третьего. Можно добивать. Есть. Третий. Можно убивать четвертого. Есть четвертый. Отлично. Да, Грон заказывает себе еще одну королеву. Почему-то у него нет зерга. Он заказывает себе одних только дронов. И как жаль, что у Каса только два рипера. Было бы их здесь сейчас штучек 10-15. Да ладно. Просто хотя бы 3-4 было бы. И можно было прямо сейчас закончить игру. Отличный контроль демонстрирует Кас. Воюет в двух направлениях одновременно. Зерк пытается сейвить своих дронов. И у него это не получается. Кас продолжает их кромсать. Бывает еще и еще. Тем временем у него доделался команд-центр. Понятное дело, он не успевает Кас заказать орбитальную станцию. Вот сейчас только ее делает. Есть факторка, есть реактор, заказывается первые два гелиона, риперы лечатся, свое дело у нее сделали, 6 рабочих накромсали. Молодчики, плюс подумайте, сколько времени рабочие не добывали ресурсы, когда они мутировали там газы и спорки. А риперы еще не закончили. Они забегают еще на натуральную базу, убивают одного дрона, убивают второго дрона, третьего. Запрыгивают на мейн, правда королева есть, падает один рипер, падает второй рипер. Два рипера за 9 дронов. Отличнейший результат. Finally, пишет Грон. Наконец-то я отбился от этого ужаса. Да, этот ужас очень сильно ему помешал развиваться. Дронов у него вроде как неплохо. 36 рабочих. Для двух баз этого достаточно. По крайней мере, на этом этапе. Но до сих пор нет третьей базы. До сих пор нет апгрейда на скорость. До сих пор нет Роуч Варена. И нет Лейера. А значит, держаться ему будет сейчас очень тяжело. Королева, это, конечно, здорово все. Но Гелион уже в пути. Гелиона уже на слизи.
прорывается к рабочим, делает один залп, сразу минус два рабочих, еще один залп, и еще рабочий падает. Посмотрите, зерк лечит дронов, я не часто это вижу. Скорее даже редко, чем часто. Потерян один гелион, второй гелион, но свое дело они сделали с блеском. Все, можно уезжать. Нет, Кас не хочет уезжать, хочет убить еще трех дрончиков вроде как. Один залп, второй, третий, последний дрон остается. Итак, за весь этот период Кас убивает 23 дрона своему оппоненту. Вот у тебя дронов 30, у Каса 35 осевишек. При этом у Каса есть мулы, он добавляет себе еще газ. Астрол третий команд центр, и рабочих нормально, можно подстраивать. И делать биотех. Подстраивать себе дополнительно плюс 4 барака, их будет 5. Есть факторочка, она клепает минки. Заказан апгрейд 1.1. Делается стимпак, уже наполовину готов. И Грону придется очень сильно попотеть, чтобы выиграть эту игру. Смотрим потери. 1300 потерял Зерк и 600 всего-навсего потерял Терн. А ведь это 1300 это рабочие в большинстве своем. Минки побежали вперед. Подлые минки. Космады проверяют, нет ли тут зелинга, ставят себе третью базу. Да, после такого храса, конечно же, можно расслабиться, можно побыстрее заказать по бочке. Добавляется опытный тупо, конечно, надо делать реактор на все эти бараки, чтобы одновременно поднимать 9 морпехов. Какие-то странные позиции, честно говоря, для мин. Оверлорд летает, видит, что летит командный центр, начинает гадить слизь. А где? Где те три морпеха? Почему их там нет? Но овер пока что не гадит. А, лейера же нет, точно. Лейера нет, гадить не получается. Я совсем забыл о том, что Близзарды добавили возможность делать апгрейд на скорость передвижения оверлордом до появления лейера. Воле надо было лейер обязательно отстраивать. Зерг добавляет себе апгрейды на атаку защиты зерга, добавляет еще плюс 2 газилки, отстраивает Белли Кнест. Кас уже с тремя базами. Зерг, в принципе, тоже. Однако, посмотрите, у Зерга 53 рабочих, у Каса 56. Это ж надо же. По-моему, это первая игра, которую я вижу, чтобы на 11 минуте у Терана было рабочих больше. Нет, я, конечно, видел игры, которые были для Зерга совсем ужасны, когда, например, Бисти Кьюти играл против Тефела. Если кто-то помнит, конечно, эти матчи. Так, секундочку. С привью танцу, чихнуть надо было. Там Бисти Кьюти делал передроп гелионами и на 10 минуте убивал порядка 50 рабочих. Ну, 40-50, что-то около того. Там было игры, если мне не изменяет память, Best of 3, и там Бисти Кьюти нажег суммарно более 100 дронов. Это была жесть. Бедный Тефер. Я его после этого Тефтерия начал называть. Ну там, конечно, Бистик очень классно постарался. Мишаня собрал небольшую армию, выходит вперед, где медваки. Почему мы без медваков бегаем? Остраивается реактор на старпорте, поэтому медваки будет еще не скоро. Есть вторая факторка, надо делать еще один реактор, наверное. Хотя лучше бы Теклабу. Есть апгрейды 1.1, доделается грейды 2.2. Находит четвертую базу своего соперника Косматы, но идет в сторону третьей. Впереди минка. Кас передумал. Подождите. Четвертая? Сейчас? На самом деле надо было, конечно же, давить вот эту базу. То, что там есть четвертая, это не так важно. На ней нет рабочих, поэтому опасаться ее не стоит. А вот здесь можно было успеть что-то сделать. Но появляются Беллики, появляются Зерлинги. Доделается апгрейд на скорость передвижения, значит Косматы навряд ли сейчас что-то тут сможет противопоставить Зергу, боюсь. Начинается заруба, Зерлинги забегает, помогает им еще и Беллинги. Летит Аверсир, собирает на себя минки. У Беллингов есть скорость, поэтому морпехов не взрывает хорошо. Вот тут фейл. Фейл, Беллинги взорвались в мародера. Если бы взорвались морпехов, уже бы отбился. А так приходится еще немножко сражаться. Королева заканчивает это дело. Базу можно отстраивать еще раз, минка пока что только мешает. Так, у Каса апгрейды уже 2-2 должны быть. Да, сейчас будет 2-2. У Зерга пока что только 1-1. Наконец-то появляются медваки, забирают на себя 16 морпехов, полетели в бой. И вы знаете, с таким дотеканием Косматы может делать дропы через каждые 40 секунд. 42 секунды, если быть точнее. В
Построились медваки, сразу добились морпехом и полетели. Нон-стоп. Зергу от этого отбиваться будет ой как не сладко. Ой как тяжело. Он заказывает себе четвертую базу. Кас ее видит. Фокусит Беллинг Нес, правда, не всеми морпехами. Прибегает сюда Зерги. Беллинг Нес уже уничтожен. Морпехи стоят неплохо, появляются Беллинги. И Кас просто-напросто взлетает. Просто-напросто отлетает, не теряя ни одного пехотинца. Одновременно выдвигается дотеканием свежим. Посмотрите, это все у нас дотекание. Какое оно грозное. Выдвигается вперед, атакует строящуюся четвертую базу. Всего у нас тремя морпехами, но если Зерг не будет реагировать, добьет ее. Убегает Зерги. Минка делает залп и зарабатывает 25 килсов уже. Да ладно, что это Минка сделал за эту игру? 25 килсов. Кас одновременно делает дроп на мейн, одновременно атакует третью базу и продолжает ковырять четвертую. Как он все это успевает? Сплитит против бейнов своего войска не очень эффективно, но самое главное, что морпехи с мародером выживают. База номер 3 наказана, мейн наказан и четвертая база отменена. Кас успевает везде. На голову переигрывает своего соперника, АПМ 200 против 133, и Грон, конечно же, сдается. Что ж, Мишаня просто-напросто красавчик. Не стану это повторять. Достойно, достойно проходит в полуфинал.